Ой, нет, 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 это белая акула, это опасно мне сейчас. Хай, с вами Юджин, и сегодня мы с вами играем снова в Fish Feed and Grow. Давненько Евгений не был рыбой, вот о чем он подумал. Потому что он устал думать. Он хочет быть рыбой, которая не думает ни о чем, кроме о своем желудке. В прошлых выпусках мы с вами были всякими рыбами. Отвратными, стрёмными, кровожадными. И дорастали до невероятных размеров. Сегодня я хочу побить все эти рекорды. Но при этом сделать это самой доброй на вид рыбы, которая только может быть. Нарвал на вид добрый, но у него есть шип, что выдает в нем злодейскую натуру. Нужно что-нибудь самое округленное. Белуга, конечно же. Сегодня вы увидите аномально огромную белугу. Сразу поставьте лайк, чтобы мне повезло. Вот, я среди своих в арктических водах плаваю. Холодно, блин. А, не орите, не орите, друзья мои, отвратный у нас язык, просто фу, невозможно это слушать. Поработайте над тембром голоса, нам нужен низкий такой бас, приятный, чтобы слушать нас было приятно, когда мы кричим. Смотрите, какой пингвинчик плывет, надо его растерзать, чувствовали? Приятный бархат. Пингвинчик. О, кто это наорал на меня? Где опасность? Был звук опасности. А, хватит. Это ты? А? Ты мне угрожала. Ты мне это брось. И то я мигом сожру твоего сородича. Сородич, я обязан тебя сожрать. Чё-то в мой рот не попадает. Нифига, стой. Что? О! Меня позвали свои, чтобы я покушал. Давайте кушать. Какие шумные здесь соседи, отвратительно. Интересно, касатки это мои враги или нет? Ну, разве может быть враги у такого милого, доброго дельфинчика? Но я похож на дельфинчика, но я не совсем дельфинчик. Плавник на спине не вырос, не пробился сквозь толстую кожу. О, нямки происходят. А чё пиры без меня? Мне тоже нравится вкусная сырая рыба. Технически я сам пока что никого не убил. Я действительно очень добрый. О, еда. Ам. И всосать. Вот еще я вижу. Я фактически смузи только что выпил. А, собственно, пингвинчик застрял. Убью. Убью нахрен. Но этого никто не видел, поэтому я все еще поддерживаю добрую репутацию. Ой. Ну почему ты доела? На, тебе за это, касатка ты гребаная. Не смей доедать то, что я хотел доесть. О, нифига себе. Нифига себе, я силен с самого начала. Я всасываю такие огромные куски, да я просто бездонная яма. О, моего сородича едят. Ну я тоже поем. А, нет, вместо этого я начал есть касатку. Но я все сожру. Белуги всеядны. Так, он уже мертв, поэтому раскромсайте его, я прошу. Я не могу есть своих сородичей. Это неэтично. Я спасу тебя, друг мой. Я несу своего товарища раненого на спине. Ой, кто-то его раскромсал. А, ну пингвинчик это сделал. Спасибо. Теперь я смог его съесть. Котик морской заскучал. Надо его развеселить. Давай, скажи весело, когда в спину тебе дышит смерть. Господи, какое несуразное существо. Меня словно лепили из пластилина и потом в какой-то момент перестали. А лепили дельфина. Если я увижу дельфина, я убью его. Позвольте, я это съем. Это слишком большие куски для вас. О, что это за страшные звуки? Кошалот? Кошалот проглот. А смогу ли я кошалота кольнуть? Задеть его достоинство. Ну-ка. Бу-бу-бу-бу-бу. Вот он хорошо басит. Мне бы стоило с кошалотами больше тусить. Ну давай затусим, чувак, а? Ох, хорошо как. Туса. Чувствуешь? Господи! Оказывается, белугой быть очень легко. Ее никто не атакует. Она просто ест, когда захочет и что захочет. Скоро мы покинем эти чертовы холодные воды и отправимся туда, где много всякой вкуснятины. Я люблю пробовать иностранную кухню, знаете ли. Так, где у нас что-нибудь большое и аппетитное? Что? Кто-то смеет пытаться мне угрозы кидать. Кто на дуэль меня зовет, а? Я тебе поясню. Слышите? Игра пытается намекнуть, что я в опасности. Но я не вижу никакой опасности. Разве что я сама опасность для всех остальных. Это вполне похоже на правду. Ладно, 26-й левел у нас. Нифига себе. Ах. Вдохнули воздух и поплыли в другие страны. Вот, мы уже приплыли. Как быстро. Давайте вот в это дупло заплывем. Ох. Здесь весело. Я прячусь в дупле. Я как Мурена. Черт, я не могу никого поймать. А, наконец-то. Ты думал, что мне уготована роль падальщика? Хорошо, неплохо. 28-й левел с одной касатки. Смотрите, смотрите, какая большеротая штука. Ам! У меня рот то... Я с первого раза его убил. Надо потише об этом говорить. Никто не должен знать, что я кровожадный убийца. Привет. Ам. И вот мы в открытых водах. Всякое здесь может произойти с тем, кто меня встретит. А, блин, мне же воздух нужно пополнять постоянно. А, хорошо. Когда-нибудь я вырасту до таких размеров, что я уже буду на воздухе сам. Бесконечно. Мне даже выныривать не нужно будет. Я всплыву, как надувной матрас. Ладно, здесь какая-то мелочь плавает. Я хочу туда, где большие и опасные хищники. Вот оно плавает, лохнесское чудовище. Ему не выжить, я чувствую.
Оп. Да, это было очень просто. О, нечто большое. Много большого. Прекрасно. Подплываем. Ам! Я тебя спас. Не благодари. Вот это спаун, сто пудов. Не смей есть. Это мое все. Я сам настругал для себя. О, как много мяса. Режим падальщика включен. Ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням. Ой, такой неповоротливый становлюсь. О, я же чувствую свой вес. Вы жирный. О, давайте прежде чем воздуху глотнем. Сожрем немножечко крокодильчик. Крокодильчик? Его обидчика тоже я съел. О, смотрите, еще и крокодильчик. Тупая рептилия, получай. Млекопитающие рулят. Вы не подумайте, это естественный размер белук. Просто люди их ловят всегда очень маленькими. Ну-ка, поработаем с тобой. Кто кого? Ух, ни хрена! Ох, ни хрена! Ох, ни хрена! Чуть опрометчиво, не подох. Все, я восстановил ХП. Так, надо быть аккуратнее с этими крокодильчиками. Подплываем всегда сзади. Это тактика белуги. Запатентовано. Никогда так не делайте. Потому что иначе в суд на вас подам. О-о-о, мне нравится эта штука. Пойдет мне в ротик хорошо. Отлично. Белуга in the house. Это что, белая акула? Я тоже белый. Мы подружимся. И люблю белое мясо. Знает этот океан, я уверен, что где-то здесь на поверхности будет плавать очень много мяса. Ай! Ай, вцепился в меня. Ай, как... Щипет. Вот еще один. Я его полностью засосал. Я даже его не разжевывал. Мне кажется, моя пасть растягивается, как у змеи. Какой мы делаем вывод? Чем бесформеннее существо, тем опаснее оно. Посмотрите на это. Меня вот лепил Господь из пластилина, и явно он был не в настроении, потому что он просто забит. Он вот так вот раскатал и сказал нормально. Ну, бог ему судья. Теперь я в отместку вырасту и сожру весь мир. Смотрите, какой-то ужас какой-то. Она страшная, страшная белуга гигантских размеров. По мне снимут новый фильм. По типу челюсти, только нежности. Потому что, посмотрите, этим ротиком я так мы... мягко. Я могу только мягкие печеньки кушать. Размоченные. Люблю. А в этом океане вся живность размочена. Вы все для меня всего лишь печеньки. Ам! 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 Gonna die! Есть! Сразу мегалодона отымел. Вон еще один плавает. И рот свой закрой. Ну, неплохо получилось. Не думал я, что столь силен буду сразу. О, это большие ребята. Разочек вдохнул и на одном дыхании пошел уничтожать этот океан. Посмотрите, прикольно рыбки плавают. Работа будет так мне хорошо на душе. Ням. А где все, собственно? Я что, всех сожрал уже? Черт, как скучно в этих водах. О, мне нравится, что здесь происходит. Хочу тоже быть частью этого пира. Ням. Подохло. Пир закончился довольно-таки быстро. Мне понравилось. Мегалодон, мегалодон! Сзади подплыл. Мою тактику использует. Я тебе что сказал? Самосуд. Ага, ты здесь? Он сыт, он быстрый. Ничего, я медленно настигну его. Дождусь, пока он устанет. Я первый устал, вот черт. Он развернулся, потому что идиот. Тупая рыба. Млекопитающие рулят! Смотрите, смотрите. Лобовое столкновение. Ап! Ну это как детская коляска столкнулась с КамАЗом. А-а-а! В бочину! Чешую с меня содрал. У меня же нет чешуи. Как ты с меня содрал чешуи, если у меня нет чешуи? Получай! Заставил меня думать, что я рыба. О, смотрите, очень много вкусного. Очень много вкусного. Целый сет суши. Битва титанов. Ам! Он даже не успел меня укусить. Я не думаю, что белуга будет так легко играть. Потому что она добрая, с добрыми намерениями. Добро всегда побеждает. Да? Да. Да! А ты злодей явно, поэтому достоин быть убитым. Никаких угрызений совести. Ам! Ам! Черт! А-а-а! Кровь пустил мне. Оставил шрамы. Теперь такой красивый. Ну, шрамы украшают белугу. Куда ты поплыла? Ё-моё, какая ты скоростная. Давай. Она, видимо, хочет развернуться. Ускориться прямо в меня. Да! Ты предсказуема. Оп! Это был как рыцарский турнир. Нельзя уплывать от той кормушки. Это где-то здесь. Возле этого маленького островка. Здесь вся вкуснятина собралась. Вижу тебя. Атака сверху! Слышу чавканье где-то. Вон где чавканье происходит. Если акулы плывут на запах крови, то я плыву на звук чавканья. Потому что люблю поцелуйчики. Зацелую до смерти. О-о-о, это было устрашающе. Серьезно. Ну-ка. Поцелуйчик! Он не был готов к такому. Оп, сразу кушай, сразу кушай. Ты появился прямо в самом нужном месте. Отлично. А! Черт! Нет! Отхватить! Да что ты все сзади подплываешь? Ай. Ай, я сейчас развернусь ведь. А, удрал. Не такой смелый, как я. Не, он смелый. О, он съел. Он съел, будучи мертвым. А ну выплюнь. Хватит есть мою еду, я сам ее настругал. Не смей, ты сказал. Ну-ка, давайте просто жрать акул и не есть. Жрать и не есть, понимаете, да? Мы оставим этот фуршетный стол, чтобы приманивать других. Чтобы так много мяса сделать. Я хочу, чтобы весь океан туда сплылся.
от... Вот еще один. Я сам выращу себе босса. Да, точно. Мы дадим какой-нибудь акуле большой стать очень большой. Стой. А мне рыбка. У меня свои рыбацкие снасти. От. Попалась. Еще одна. Попалась. Ай-ай-ай-ай-ай. Больно, больно, хватит. Да, хватит уже. Так, я сейчас пойду вдохну немножечко и наваляю тебе сразу же. Отлично, они спавнятся прямо рядом со мной. Ой, как много мяса сейчас тут будет. Нет! Рано еще кушать. Рано! Рано! Слушайте, ну это уже не море, а уха какая-то. Смотрите, я практически не двигаюсь. Нет! Почему я такой беспомощный стал? Все. Защитил свои запасы. Тот там смеет хавать. Крокодил? Ух, ублюдыш какой. Ой, ой, ай! У меня кончится кислород! У меня кончился кислород! Наверх! Я не умею всплывать, оказывается, без воздуха внутри меня! Ой! Скорее! Солнечный свет! Я умираю? Или как? Фу! Опасно это было! Ну-ка! А! Куда меня швырнуло? Нет, 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 нет! Ладно, благо я сухопутный, мне вообще пофиг. Погреюсь на солнышке. Обратно, как поплывок. О нет, все-таки это происходит прямо сейчас. 97-й левел. Я же еще не порезвился. Ладно, мы умеем уже это делать. Какой непластичный. Все, 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 все нормально. Вот. Хорошо, хорошо. Вернемся обратно. Куда меня швырнуло? Где моя еда? Пируйте, значит. Рано еще пировать. Я еще не набрал много мяса. Хочу скормить твоих сородичей. Ты должен пожертвовать собой. Ну ладно, мне кажется, мы нормально настругали еды. Хочу теперь подождать, пока все это будет съедено. Вон, я вижу, мегалодон там уже вовсю резвится. И спей из этого рога изобилия. Ну, давайте смотреть. Ох, какой ты монстр. Только меня не ешь, окей? Только еду. Слушай, ну она уже такая большая. А! Куда ты потонул? Нет! А, нет! За что? Я ничего... О, теперь я летающий. Мы поплыли. На небеса. Наконец-таки я стал... Я упал. Стал сухопутным, хотел сказать. Но разбился об скалу. Гравитация перестала работать в правильную сторону. Теперь меня магнитит к скале. Я стал теперь слизнем, который ползает. К счастью, я могу дышать воздухом. Для меня это не проблема. Проблема только то, что очень странно происходит. Гравитационное поле Земли, кажется, только что поменялось. Есть у меня версия, что мегалодон отожрался и просто плавником меня швырнул. А, я как будто на вентиле. Меня уже готовят. Я же жарюсь на солнце. Вот уже корочкой покрываюсь. Слышите? Подливают, подливают водички, чтобы пара больше было. Ой, меня выкинуло на берег просто. Помогите мне кто-нибудь. На самом деле кайфово, я тут загораю. О, хвостик макнул. Макнул, кажется, я соскальзываю. Я соскальзываю, друзья. Триумфальное возвращение в море. Пожалуйста. Давай, белуга, не позорься. Семь гребаных часов спустя. Я устал. Вот до чего доводят токсичные отходы, сбрасываемые в воду. Белуги липнут к скалам, понимаете? Окей, пора закончить эти страдания. Самое время стать огромной, отвратительной каракатицей. А белуга, пожалуй, да, рассыпется. Ну-ка посмотрим на это. О, боже, боже мой. Мне нужно срочно сюда приплыть, будучи каракатицей. И покушать. Сначала покушаем губку, что она вкусная. Дай, дай кушать, дай кушать. А, ням, ням, хищная каракатица, хищная. Черт, они вырываются. Блин, от такого напряжения я прям чернила аж пустил. О, я ее съел. Ух, как бы мне теперь побыстрее найти то самое место? Нужно выплыть наверх и сориентироваться. Должны быть скалы. Скалы это в ту сторону. Кажется, что у этой каракатицы балетная пачка. Выглядит довольно-таки мило. Стоп, вижу, вижу. Ошметки. А, ну это все еще то, что я оставил тогда, когда настругал. Ну ладно, покушаем. Тут мегалодон, правда, но я надеюсь, что он меня не заметит. Слишком большие куски, ничего. Давай, кушать. Отлично. Третий левел. Как долго я буду это есть? Я знаю, что сзади меня плавают кровожаднейшие хищники, но когда я ем, я глух и не, мне пофиг. Вот на такие маленькие котлетки разбил. И всасываю. Пятый левел, детка. Надо бы развернуться, чтобы наблюдать за обстановкой. Обстановка...
по кайфу. Мне кажется, мегалодон сейчас так разожрется. Ну и я не промах. Да быстренько все это кушать. Очень бы... Ой, мегалодон рядом. Теперь мне страшно, когда он рядом плавает. На все готовенькое пришел, смотрите, а. Ладно, я тоже самое сделал. Нет честности в дикой природе. Кто успел, тот и съел. Давайте на всякий случай пустим немножечко чернил. Смотрите, как красиво начинает светиться. А чего я симпатичное существо, да? Ни капли не уродливое. Причем я начинаю светиться, когда именно всасываю. 14 левел, друзья. Сейчас дорасту до таких размеров, чтобы просто всасывать все это. И тогда меня будет не остановить. О, вот! Уже серьезные дела пошли. Вот тупые животные здесь плавают. Столько времени была доступна еда, пока я там корячился, будучи белугой. Какая маленькая акула по сравнению со мной. Каракатица сожрет тебя сейчас. Эй, не трепи меня. Да. Да-да-да-да-да-да-да-да. 26 левела, каракатица. Я теперь могу просто всасывать это. Теперь я пылесос. Как внезапно я стал огромным, я даже не заметил. Все дело в перспективе. Пока камера была так близко, я думал, я все та же маленькая каракатица. Смотрите, какой я большой. Посмотри с этим крокодилом. Умри просто, умри, исчезни. Я уже всасываю акул. Целая дорожка искусности. Ом-ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням. Мама дорогая. Ам! Черт, насколько же я огромная. Осталось только найти место, где белугу разорвало. Это было точно не здесь. Смотрите, большое. Я легко так съел. А смотрите, если я удерживаю правую кнопку мыши, я начинаю так светиться. Все больше и больше причем. Это специальный механизм. Пока ты ешь, все другие животные просто с ума сходят от тебя и не едят. Ой, смотрите, вкусняшки. Ням, ням. Что там? Что-то огромное. Что? Ты меня убила. Вы смотрите, какой огромный мегалодон, боже мой. Мы откормили мегалодона, теперь он непобедим. Мы должны дать отпор. Ты главный босс сегодня. Гребаный мегалодон, он жрал то, что я добыл. Ничего, я тебя породил, я тебя и убью. Мы уже второго левела. Смерть близка. Ой, нет, 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 это белая акула, это опасно мне сейчас. Срочно в камни пусти чернила. Как же величественно мы начали. И как низко мы пали. Это ненадолго. О, краб. Давайте сожрем его. Ням, ням. Ай, вот этот пор. Не смей. Не смей. Нет. Я сильней. Я сильнее. Я сильнее. Это было очень опасно сейчас. Но я вышел победителем. Нельзя ничем брезговать в моем положении. Я должен есть абсолютно все, что на пути встречается. С миру по нитке сейчас, а? Вкусно. Полезно. Вон оно, вон оно, вон оно. Тварь, если не заметил меня. Давай, чернилу пусти и плыви отсюда. Какой ты медленный. Давай, каракатица. А-а-а, нет, нет. Давайте. Галлюциногенный эффект. Ты не хочешь меня есть, мегалодон? Нет, не хочешь. И он уплывает. Это работает. Ну хоть маленькую рыбешку съесть, ну пожалуйста. Ну пожалуйста. Ну давай. А почему ты не мрешь? Раб был и то слабее. Все, 40 хп. Вот все, что я получил. Дерьмо полное. Что там? Как много их здесь. Они опасны, интересно? Ой-ой-ой-ой-ой, боже ж мой. Боже мой, какие они хищные. Лезиозавр достанется мне. Скорее. Чернила, чернила! Вы не хотите меня есть. Вы хотите только добыть мне еды. Черт. Почему гипноз не сработал? Вон он, мегалодон плавает. Какой же он гигантский стал. Я отомщу, клянусь вам. Ой, ой, он... Ай-яй-яй-яй-яй-яй! Ладно, он отомстил той акулке, что сожрала меня. Вот эта мразь. У него нет границ теперь. Он ест все морские звезды. Почему начало выпуска было такое позитивное? А потому что белуга была добренькой. И все в ее жизни было хорошо. Легко и просто. Был, правда, ужасный конец. Но какая разница? Жизнь надо классно прожить. На широкую ногу. А сдохнуть можно и прилипшим к скале. Тихо. Кто? Нет. Что это такое? Ты что такое? Что это? Умри! Умри, сказал! Их двое! Нечестно! Нечестно! Чернила! Чернила пускай! Я сказал, чернила пускай! А-а-а! Да чтоб тебя! Это маленькие говняшки! Только синие! О, слышите? По-моему, там меня в мясо... А, нет! Мне жалко его! Нет! Какие вы твари! И внезапно на сцене появился он. Я не готов мириться с поражением. Там мегалодон плавает, который нарушает баланс в океане. Я должен это исправить. Нет! 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 Чернила? Чернила пускай, ну! Вот! Ага, вы потеряли меня из вида. О, еда, что ли? Так какого хрена? Так, ну-ка! Они нападают братвой. Нечестно! Кто кого? Кто кого? Кто кого? Кто кого? И проворные. Смотрите, как дрыгается смешно. Подохни! Нет! 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 Отпусти это! Черт тебя дери!
Плыви отсюда! Вот это была схватка, конечно. Ничем она, правда, не закончилась. Но главное, что она не закончилась моей смертью. Мне нужен левел 5, тогда я смогу их поиметь. Что ж, у меня левел 5. Ой-ой-ой-ой, тут батя плавает. Батя плавает, нельзя с батей сталкиваться. Атака! Я поимею его. Я его так поимею сейчас. Да! О, наконец-то подохла, тварина. Разлетайся уже на кусочки, сколько можно-то. Вот, да, не густо с него выпало. Это лучше, чем ничего. 7-й левел, я готов напасть на маленькую акулку. От! Ой, как много она кушает! Это что за коронный прием сейчас у нее был? Нет, 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 нет! А, я понял, это у нее такая суператака! Отпусти ее! Отпусти! Черт! Сейчас эту акулку ждет сюрпризик. От! И опять снова ты появился на сцене. Он всегда за всем стоит. Интересно, как долго я буду убивать черепаху? Надо попробовать. Стой! Черепаха! Вопрос в другом, как долго я буду за ней гоняться? Давай! Есть! Главное не упустить! Прости, черепашка! Очень надо! Хрен я этот панцирь прокушу. Есть! Господи, как это было утомительно. Сейчас мы расколем панцирь, попробуем на вкус. Надеюсь, она того стоила, а не пару кусочков сраного мяса. Это крепкий орешек. Его еще попробую раскуси. Давай, давай. Ам! Тут кажется что-то серьезное. Неплохо. Было очень неплохо. Такое ощущение, как будто морскими звездами быстрее прокачиваешься. А вот ты у нас кто плавает. Смотрите на него, какой весь... Далеко же ты от дома уплыл. 11-й левел. Я же могу всасывать. Отлично. Тут целое дно морских звезд. Не один часик Евгений скреб по дну, чтобы докачаться до 36-го левела. Теперь я могу всасывать рыб. Я могу всасывать огромные куски мяса. И сейчас моя задача, это безопасно, точнее без происшествий. То, что безопасно будет, я не уверен, но в общем добраться до Северного полюса. Там, где льды. Потому что там много вкусной-вкусной рыбки, которую при этом очень легко убивать, несмотря на то, что она большая. И прокачиваться. 36-й левел, это серьезно. Так, где у нас холод? Вон холод, в ту сторону. Давайте просто напрямую поплывем. Потому что слева акулы, справа крокодилы. И ни те, ни те мне не нравятся. Не забываем чернила пускать иногда. Кашалот. Нет, я в себе не настолько уверен. А-а-а! Нет, тут что любит каракатец, не смей! Все еще за мной плывет? Нет. Хорошо, вот моя еда. Смотрите, я ем белугу. О, нет. Нет, акула, хорошо, она отвлеклась. Отвлеклась на другого бедолагу. Я же всасываю животных живых. Вроде неплохо дела идут пока что. Отличные левелы пока прибавляются. Пингвинчик, подохни. Мне немножко не повезло, что здесь еще акула обитает. С ней мне точно не справиться. А вот белуги очень много дают. Мне кажется, еще касатки мне будут по зубам. Ас, ас, отподохла. О, как вкусно мне. Давайте атакуем акулу, мне пофигу уже. Стоп, съедаем все, что... Отлично, я съел. Давай. Есть! Сзади! Напал! Напал! Пускаем от страха чернила! Пускаем от страха чернила! Акуль! Акула дохлая! Есть! О, наконец-то! С низов поднялась каракатица. Кашалот плывет. Плыви ко мне, детка. А и там с акулой махачи строили. Это тот самый мегалодон, тот самый хищный, опасный. Каракатица вернулась. 47-й левел. Тактика ясна, мы должны снова попасть на Северный полюс. Давайте проверим свои навыки и свою мощь вот на этой рыбине. Сейчас, погодите, она пытается спастись. О, какая огромная штука там внизу, почему она такая большая? Слушай, я жесть как нарушил баланс, мне кажется, в этой игре. Именно когда я был белугой, я сделал что-то очень плохое. Я понятия не имею, на что способна вот эта хрень внизу. Посмотрите, какая она огромная. Ладно, я тоже большой. Давайте один куст сделаем. О! 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 О, как повезло, что я чуть сильнее оказался, она чуть слабее. Тем не менее, 53-й левел, ага. Мне нужен 150-й, чтобы одолеть того мегалодона. Каракатицы — это настоящие санитары подводного мира. Только что мы очистили дно от страшилища, от чудища. Теперь давайте очистим все остальное. Акула. Подохла. Окей, это было быстро, кстати говоря. Вон еще хищные твари плавают. Надо от них избавиться. За один укус, это хорошо. Мы в Арктике. Теперь бы не напороться на мегалодона. Я знаю, что он где-то здесь. И каждый раз, когда мы ему проигрывали, мы его кормили, делали только сильнее. Итак, запоминайте, культуристы, чтобы нарастить мышцы, когда вы уже 56-го левела, нужно кушать исключительно кашалотов, касаток и белуг. Белуг дает белок, касатки тренируют косые мышцы, а кашалот... набивает живот. Искрометные шутки, но каракатица не славится своим юмором. Вот способностью убивать. Ад. Кость. Здесь большое скопление вкуснятины.
Кто? Кто? Почему здесь все время такая музыка страшная? Идем неплохо. Надо со спины. Отлично. Давай. Давай. Черт! Как? Как они такие сильные? 65-й левел. Я снова вернулся. Сегодня каракатица станет королем морей. И неважно, что там думают рыбы всякие. Нашел кормушечку небольшую. 71-й левел. О, о, о. Постой, еда. А, неплохо. Он крокодил. Но, по-моему, поменьше. Точно, он маленький. Его можно грохнуть. Есть! Наконец-то крокодила одолел. Я такой огромный и на таком очке сейчас сижу. В любой момент может появиться мегалодон или большой крокодил, и мне хана. Но! Хватит! Эй! На мелководье вышли! Плохо, это плохо. Осторожнее надо быть здесь, не увлекаться. Смотрите, я как субмарина бороздю. Рыба! О, с одного укуса. Это была большая рыба. А какой у меня урон сейчас? Итак, мой урон роняющий. Мне кажется, что этот выпуск превосходит абсолютно все, которые были до этого. Потому что вас ждет настоящая битва морских титанов. Тут есть три разожравшиеся рыбы. Крокодил, мегалодон и эта штука в балетной пачке. У меня 92-й левел. Мне кажется, пора прекращать ссать и идти в атаку. Как только мы увидим, приступим к битве. Я кого-то вижу. Это маленькие крокодильчики, кажется. Ой, как много там мяса. А что так много мяса? Все, я уже всасываю крокодилов. Мне нравится это. Надо подальше от мелководья отойти. Вот он! Атак! Файт! О, как я был близок! Стоп, меня переворачивают! Нет, пожалуйста, не надо! Я победил! Какая сильная челюсть у этой твари! Если бы он меня второй раз укусил, все, хана! Боже мой, я не готов все заново начинать. Что это? Шалот. Есть. Пожалуйста, еще заспаунься. Есть. Спаун кашалота. Здесь я как следует накачаюсь. Отлично, левелы пошли. Аккуратнее, меня сейчас выкинет нахрен из этой игры. Куда поплыл кашалот? Стоит. Ай, усил меня. Теперь я заразился бешенством и сожру весь океан, так что это не моя вина. Я больной. 136-й левел. Есть. Есть, отожрался. Но кашалот я пока еще не могу всосать сразу. Это плохо. Такой результат меня никак не устраивает, надо больше. Давайте их просто убьем как можно больше. Вот. Кушаем. Есть! Все, кашалоты всасываются теперь. Итого, у нас уже 209-й, 210-й левел. Все, мы просто их едим. Однако у нас очень шаткое положение, поскольку здесь узко. Боже мой, 237-й левел. Пора валить отсюда, мне кажется. Чертов full inclusive, я же не знаю меры. Тихо, 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 тихо. Проблемы начинаются. Надо выплыть отсюда на глубину. Бедный кит. Он плакал. Тихо. Тихо. Просто выплывай отсюда нахрен. Есть. Мы на глубине. 241-й левел. И меня... Фух, думал, все. Конец света настал. Прежде чем я сдохну от какого-нибудь бага, я должен найти мегалодона. Того самого мегалодона. Пожалуйста, где он? Смотрите, я что-то там всасываю. Черт, я же вообще ничего не вижу. Для меня просто повернуться и посмотреть означает смерть сотен морских обитателей. Я не виноват, что такой большой. Не, я виноват, конечно, в этом. Почему все рыбы такие вкусные, да? Это провокация, чтобы я их съел. Во, вот такое расположение камеры будет лучше. Я хотя бы что-то вижу. Товарищи, пожалуйста, простите, что я вас ем. Мне нужен только мегалодон. Это он виноват, что я такой стал. Это он абьюзер. Жажда мести сильнее рассудка. Как только я его найду, так все и закончится сразу. О, нет, о, нет, о, Черт, мы что, в Арктику снова приплыли? Какого хрена? Тихо, тихонечко. Так вот каково это быть внутри каракатицы. Достаточно грустное лицо. Но ей одиноко быть на вершине. Что такое? Где все мегалодоны? Они что, вымерли, когда увидели меня? Я придумал, давайте настругаем кучу мяса. Мы не будем никого всасывать, будем просто создавать куски мяса. Мы приманим эту тварь. Кого я только что убил? Понятия не имею. Я уже час, реальный час плаваю. Здесь я не вижу мегалодона, его нету. Либо он где-то там щемится, либо я выпилил его из реальности. Кто его знает? Поэтому исход этого видоса такой. Пойду нажрусь кашалотами, пока не сдохну. Вот они. Спаунитесь, спаунитесь. Ням-ням, я хочу есть, я голоден. Смотрите, как красиво я сверкаю. Ну что ж, посмотрим, докуда я могу дожраться. О боже мой, эти крики. Животные в панике. Опс, что-то меня подкинуло. Ты что думаешь, я есть перестану, что ли? Ты меня плохо знаешь, игра. Нет, кажется, Господь хочет меня наказать за чревоугодие. Самое время пускать чернила, чтобы он потерял меня из виду. О! Кажется, вырулил. Так, куда-то я, кажется, в скалу зашел. Это плохо.
Это нехорошо. Кажется, теперь я могу сквозь скалы плыть. Это удобно. Чё-то я реально поплыл. Я поплыл, я зарылся в землю. Ну, такого еще никогда не было. Куда я плыву? Ха-ха-ха! За пределы карты. Ой, как здесь страшно. Надо включить свет. Так, ничего, нормально. Главное, у меня есть габаритные огни. Я даже не представляю, где я сейчас. Это очень страшно. Давайте чуть-чуть повыше всплывем. Когда уже казалось, что игра не может удивить своими возможностями. А где мы сейчас? Я так полагаю, мы уже просто за пределами карты, да? Мы даже вынырнуть... А, вот мы вынырнули. Все, давай, наверх! Плыви! К небу! Плыви к свободе, каракатица! Сверкай! Ай, ты красота! Мы на вершине мира просто сейчас находимся. Вот! Это мы... Мы устремились в небо! И вот так вот первая сухопутная каракатица начала свой путь. Гордо поднялась она на ноги, стоит и смотрит. Смотрите, кадр прям как в аниме. Но разве не фееричное завершение этого видоса? Скорее всего, мы грохнули Мегалодона, просто мы даже этого не заметили. Победили всех! Встали! Гордо, с прямой спиной! Пустили чернила! И глядя прямо в небо, мы завершаем этот видос. Огромное всем спасибо, что смотрели. Я надеюсь, что вам понравилось. Если так, шлепните лайк, подпишитесь на канал, вступайте во все мои соцсети, ссылки на них будут в описании. С вами был Юджин, увидимся очень скоро. И всем пять!